Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в GTA 5, продолжаем проходить эту игру. И сумасшедший Тревор только что не умер от поезда, потому что бухал на рельсах. Прям бухой такой бежит. Что мы будем делать? Дайте-ка я подумаю. Убежище Тревор. Ну, наверное, все-таки Тревор, да? Мы сейчас будем стандартно проходить дальше миссии. Кстати, сейчас мы будем искать какие-то новые машинки на улице, потому что вроде было какое-то обновление GTA-шки. Если вы следите за новостями, то было какое-то небольшое обновление GTA. И вроде прибавились какие-то новые тачки, может. Ух ты, машиночка, там крутая машиночка приехала. Я бы хотел ее догнать и себе забрать. А может, прибавились какие-то новые машиночки, может, какие-то новые оружия, честно, я не знаю, может, это не тут, а может, ну, фиг его знает, может, мы потом еще посмотрим. А хотя, давайте вот сейчас, вот тут, контакт, интернет, как называть еда, услуги, путешествия и транспорт? Вот, вот тут я смотрел, о, нас там фигачат, во, нет, вот это крутая машинка, о, вот, да, вот, смотрите, вот это появилось, видите, Энус Виндсдор, слева. Вторая слева, вот видите, с таким какие-то рисунками. Пегаси Озирис появилась. И вот это, Бенефактор Стирлинг, вроде и вот эта машинка появилась. Вот это Албани Вирго, она очень крутая машина, она мне очень нравится. Нет в наличии, она мне очень нравится, если честно. А, можно будет даже потом ее приобрести, сколько у Тревора бабла вообще? Сколько у Тревора бабла? 32 тысячи. Ну, в принципе, логично, потому что мы же купили себе аэродром. Может, мы потом на аэродроме начнем зарабатывать больше бабла, если будем проходить задания, да? А, и потом мы сможем себе купить вот эти все машинки. Ну, все, конечно, нет, потому что там охренеть какие дорогие. Но все же хотя бы парочку мы, может, и купим. Ух ты, на, нифига себе. Прям задрифтовал. Ладно, не будем еще томить и столько долго ехать тут парочку километров. Да, давайте-ка я быстренько туда доеду и мы продолжим. Сразу оттуда. О, так, сейчас, стоять. Нет, вот. Мне будет приятнее ехать на вот этой машине, чем на вот той. Потому что, ну, смотрите, ну, прям вот эта машинка, это вообще офигеть. Конечно, на этой лучше. Ладно, давайте поехали. Ну вот, мы практически уже доехали. Вот, мы уже практически дома. Тревор, опа, опа, машиночка. Нет, не вот тут, а вот туда. Я уже доехал, и уже одной двери нету. Было бы круто, если бы вот эта машина оставалась. То есть ее вроде можно в гараж поставить, но она, ну, будет бесполезна, да. То есть это не так, как стандартная машина, что если даже пропадет, то есть взорвем, то потом она появится. Get back here. You're not even hidden. Have you got it? I've been trying, Trevor. I've been trying. Come on over here, all right? I ain't gonna hit you. I've been trying. I know, I know. I thought you said you wasn't gonna hit me. I thought you said you were gonna find fucking Michael Townley. There's two Michael Townleys living in LS. One is 83, and the other one is at kindergarten. I asked the teacher to put him on the phone just to be safe, but she threatened to call the cops. I ain't no molester, Trevor. Shut up before I molest you, all right? Now, is there anything else? I looked through the phone directory. I did find a Michael DeSanta, about the right age, married with two kids. What's his wife's name? Amanda? Amanda? Yeah. You're a genius, you moron. Come on. Так это он? Ну да, в принципе, он понял, да, что Аманда. Don't you ever not tell me things I want to know. Sorry, Trevor. Тревор все понял. Run, you little bastard. Get out here. We're going to Los Santos. Are we? Not you, me and Wade. What about me? You're CEO of Trevor Phillips Enterprises. Find us some business so that we can make some money. And tidy my shit up. Let's go. Wait, come on. I'm driving. You can jerk me off if I get bored. I'm joking. Suck me off. Are we gonna stop for ice cream?
Я не знаю, давайте на этой машинке. Я не хочу на Треворской ехать. На этой будет намного быстрее, нам нужно 2 километра. На этой будет быстрее. What's your stop? Family's important, Wade. Not as important as the man that's employed you, mentored you, and fed you amphetamines this last year, but it's important. We gotta pay this cousin a visit. I ain't seeing him in a while. Опа, дождик начинается. All the more reason to drop by. Вот видите, на этой машинке мы намного быстрее доедем, чем на той. Ух ты! Ну, конечно, без одной двери мы едем. Ну вот так прикольно, прикольно. Чувствуется, да? Ты паскуда, ты должен дорогу уступить, а не ехать. Вот. Дебила кусок. Так, ладно, поехали дальше. Такое вообще, ему пофиг, что там происходит. Может там кто-то едет. Он же заворачивает, точнее сворачивает, поэтому он должен дорогу уступить. Тут, ладно, вот тут я не справился. Но все же. Дрифт. Ага, вот мы. Вот мы приехали. Будем тут ночевать или что? Я как-то не понимаю. Тревор уже вас сам нашел, можно и так сказать. Разместите бомбы на трейлер. А зачем? Мы же в Санту, в Лос-Сантосе. Так, если... Да, у нас есть бомба. На чем нам нужно разместить? На контейнерах? Ага, к трейлерам. Так, ладно. Главное не спалиться. Главное не спалиться. Тут вроде никого нету. Тут вроде никого нету. Сейчас, вот туда нужно, да, докинуть. И еще, вот тот вроде. Главное, чтобы не запалили. А то мы, знаете, так на понтах. Ей, ходим, бродим. Да, замечательно. Вот там чувак идет спать, походу. Какой трейлер нам еще нужен? Чтобы вот этот чудак нас не запалил, просто он так стоит. Классно. Ага, запалили все-таки. Ну да ладно. Ну идите сюда. Идите сюда. Ну где вы? А зачем мы будем вообще воевать, если мы сейчас сядем на... Давай, поехали лучше. А не кричи, Тревор. Так, ладно, с этими разобрались. Сейчас, ребята, давайте поедем. 8 километров. Ну, мне кажется, будет круто, если мы поедем вот так, потому что погода... Ну, то есть, мне такая нравится погода. Ну, лично мне нравится, когда дождь, когда пасмурно. Я, может, дурной какой-то, но мне, честно, больше нравится, когда дождь, когда ливень, когда темно. Я не знаю, почему. То есть... Ну, ладно, давайте, пускай они пока что поразговаривают, а мы потом. Чтобы не перебивать.
разговоре. Who is this guy using my dead friend's tired ass movie quotes? With my dead friend's alias? And my dead friend's family? The house that must have been paid for with my dead friend's stashed millions? Wow, that's a real mindfuck. Yeah, I'll show you a fucking mindfuck. I'm gonna stick my boy in your eye, it's gonna come out of your ear, huh? Как-то много машин нафиг. Trevor? Move up your eye hole, fucker! Cause I'm gonna fuck your tiny mind, huh? Круто, я заехал. Я надеюсь, мы сможем тут выехать. Сможем. Are we nearly there yet? No, Wade. Are we nearly there? You keep this up, you're not gonna get there at all. Can you tell me a story? No, Wade. Let's play a game then. You know animal, mineral, or vegetable? I'll go first. I'm nanotechnology. You're what? Ooh, damn it. I gave it away. I wasn't supposed to say what I am. I'll start again. Animal, vegetable, or mineral? Hey, how about this? I'll tell you a story if you promise never to speak again. I like stories. Of course you do. This story's about a boy called Trisha. Is Trisha a boy's name? It doesn't matter. Sounds weird. He was weird. He was the smartest, toughest, weirdest. Послушаем историю. Well, in the Canadian border region of America. That's it. That giant sprawl, Los Santos. This is the place. I seen it on the holiday card. Послушаем историю. Мы уже практически приехали, ребят. So, this is Los Santos. I guess it is. I always wanted to come here. But you got stuck in the desert? It's still San Andreas. Best part of the state. Так, мы уже тут, ребята. Мы уже практически в Лос-Антосе. Осталось там буквально 200 метров. Вот, нам сюда нужно, да? Ну и? So, Michael, this is where dead men come back to life. Been nearly 10 years, but you'll keep for another day or so, huh, old friend? You motherfucking fuck! I grieved for you! You weren't even fucking dead. You were my best friend. Well, guess who's coming to shit on your doorstep, you fuck! Ну, сейчас, ребята. Сейчас мы приедем к Майклу. Ух, еще 3 километра. Ну что, там будут истории какие-то? О, во-во-во. About that boy, Trisha? Ah, yeah. Where were we? Right. So, this kid, he could fly planes. So, he signed up for the Air Force to fly all day long and bomb villages and maybe, just maybe, drop the nuke. And it was all going well until one day, just before he got his wings, an evil witch in charge of psychological evaluations told him he was unstable and grounded him for life. Я просто, ребята, я его вожу и пытаюсь считать субтитры. Pit of doubt, despair. And just then, just as he hit rock bottom, he met a fat, silver-tongued troll under a bridge. That's cool. What was the troll's name? Mike, Michelle. A lady troll? Yeah, he had tits like one, but no, he was a boy. Michelle is a funny name for a boy. This was a funny boy. He sat under his bridge, robbing anyone who passed him by. Sometimes he'd go into town and rob the shops and inns and such. And he persuaded our hero that maybe he should rob people too. And you know what? Little Trisha did rob people. And little Trisha was good at it. And they lived happily ever after? For a while. Until the troll met another troll in a strip club. And they fell in lust. And he bought her a pair of fake troll tits. Even bigger than his real troll tits. История, конечно. Я просто читаю, не говорю, потому что сижу и читаю. I'll give you directions. А, мы уже приехали. Just keep on a minute. This is the place, I think it is at least. Floyd! Floyd! Come up here, Trevor!
Так, куда? Куда? Сюда? Ну, наверное. Приехали мы, конечно, на машинке крутой, которая была сначала, но сейчас это уже кусок какашки. То есть уже раздолбанные. Я надеюсь, сюда. Come to visit you, you rude fuck. Now get up off the floor and fix me a fucking drink. Oh, you wait. I heard you was off smoking meth somewhere. No, not somewhere. Here. He's gonna smoke meth here. Give me a fucking lighter. You can't smoke here. Okay. This is my girlfriend's place. She's at a business conference. You can't smoke here and you can't stay here. How's it going, cousin? It's been a while. Yeah, I ain't seen you since you was caught in Evelyn's bed. A guy was never proved. You gotta go, both of you. My girlfriend, she'd kill me if she knew I had guests. Well, it's not much of a girlfriend if she don't like your family. Now, would you get me a fucking drink? I'm not gonna ask you again. Oh, yeah, okay. Wait, I ain't got no booze. Well, then you go out and fucking get me something. You go, too. Тарелочки такие на стене. Теперь можешь использовать какие-то условия, кажется, убежище. Здесь можешь сохранить транспорт средства, паркуя их у дома. Ага. Так, ну вот мы выполнили воссоединение. Так, теперь вы можете выбрать между Майклом, Франклином и Тревором. Круто. Только как? На, ага, вот. Сколько у него? 32 тысячи. Что делать? Что делать? Так, секундочку тогда. Ну, кажется, что еще скоро заканчивать, поэтому давайте мы потопаем на задание. Семья, да? Да. А где тут вот этот выход? Вот он, да, выход. Да. А, потопали. Все-таки, мне кажется, нужно было треворскую машинку принести с собой, привезти точнее, потому что она бы сохранялась вот тут возле дома. А так, если мы вот эту машину разобьем, то потом мы больше, в принципе, не сможем кататься, потому что машины, по сути, не будет. Я хочу татушки набить. Татушки или идти поменять прическу Тревору. Я не знаю, честно. Нужно будет... И приодеть. О, давайте приоденемся, ребята. 32 куска у нас есть. В принципе, не так уж и мало, но не так уж и много. Но приодеться можно будет. Вроде хватит. Вроде опыта машинки крутые. Вот теперь вам доступна летняя школа. Ага. Так, ну, поехали. Ух, поехали приоденемся. Вроде этот простенький такой магазинчик, но все же приодеться вроде можно будет нормально. Я надеюсь, что вот эта одежда вообще сохранится. Синий, ну вот это хренотень для Тревора. Так. Ну это тоже не очень. Топы. Во, во. Это может уже будет что-то получше, хотя нет. Это. О, о, о. Это вообще для Тревора будет... Пусикет, пусикет для Тревора. Ну, это будет уже чересчур, если честно. Кокс. О, это нет, 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 нет. Ну, вот такую давай. Хотя, давайте, может... Во. Буллинг, так. Нет, эту не хочу. Так. Мне нужны штанишки. Штанишки тут есть у вас, мадам? Ботиночки вижу. Ну, допустим, вот это. Да, в принципе, 32 штуки, чтобы приодеться, это прям охренеть. Уже, знаете, я думал, там 32 штуки, ух. А тут за 32 штуки можно, в принципе, понятно, можно нормально так приодеться. А, да, костюмчик. Ну, это будет уже чересчур, если честно. Нам бы штанишки обычные. А штанишек я тут не вижу почему-то. Хм. Мадам, у вас нету штанишек? Yeah, just have a look around. Вроде нету, ладно. Раз нету, так нету. Потопаем какой-то другой магазин. Маечку мы ему прикупили. Потопали, ребята. Может, не, ну в принципе мы уже сейчас едем на задание, может по пути мы что-то встретим.
какой-то еще новенький магазин. Если нет, то прикупимся потом. Переоденемся потом, если что. Чем может успеем? Ну, не то, что успеем, а в принципе, да, Тревор и так у нас красавчик, Тревор и так у нас модник, поэтому ему и так даже очень круто. Я вижу там какое-то дополнительное задание, но, как видите, нам так совпало, что по пути у нас еще есть, есть еще, опа, мы и пострижемся и оденемся, но это уже будет слишком для Тревора, потому что, ну, прям, ну, ребята, ну, смотрите, какая нафиг это сейчас будет, какой это будет сейчас модник. Так, костюмы. Ну, костюмы я не хочу. О, вот это может, вот что там с этого может. Хотя это для Тревора чересчур будет. Это для Тревора будет слишком. Куртки. Во, во, ух. Ну, 4 куска за одну куртку, идите в пень. Ну, прям честно, идите в пень. Это что? О, это можно будет, если что. Свитеры. Ну, ну, точно не, не для Тревора. Не. Это такой магазин, ну, не очень. То есть, Тревору нужно что-то такое спортивное, да? Точно, что не это. В принципе, давайте... Так, сядем в машинку, и пока он там садится... Ага, мы тут были. Ну, давайте еще сюда съедем. Еще сюда съедем, но перед тем, давайте-ка мы поедем. О, так, в принципе, мы уже возле дома Майкла, да? Да. Ну, ладно, раз мы возле него дома, не будем, наверное, уже прямо туда идти. Давайте сохраним интригу на, наверное, следующую серию. О, новая машинка. А в этой серии мы пока что еще погуляем. Чтобы прийти в гости к Тревору, к Майклу, одетым, зачесанным. Ты что, охренела, что ли? Новая машина, я не успел выехать с парковки, как ты мне уже дверь снесла, паскуда. Так, ладно. Давайте пострижемся. Okay, no, you're fine. It looks wonderful. I promise. Look, stop stretching out. Is it me? Yes, now get out of here. Next time you have to tell me what happened underneath the boardroom table. Okay, I'll get my assistant to book a blow dry next week. We'll see you soon. А, это кто? А, это она сказала. Я уже думал, ни хрена себе. Мужика мужской, женский голос. Прически. Ух ты. Я не знаю. I love the outfit you have on today. Gorgeous! Я не знаю. Честно. Вот так давайте. Может, будет круто. О, красавец. Все, хватит. Прям Макс Пейн какой-то. Почему-то мне Макс Пейн напомнило. Ладно. О, как раз уже утро. Как раз уже утро, как раз мы... Опа, это что там за машинка? Ага, 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 ага. Ух, вот это крутая. Это крутая. Так, ну там машина и салон. Ну, машин нормальных больше я не вижу. Ладно. Я просто смотрю, знаете, вот тут вроде спаун самой крутой машины в игре. Это как Бугатти, да, что-то в этом роде. Она где-то вот тут рядом спавнится. Такие, знаете, самые богатые районы. Это район Майкла, можно так сказать. Там вот самые крутые машины, самые крутые постройки и вот так далее. Да вашу мать. Я всегда думаю, эти деревья можно сбивать, да, то есть... Всякие столбы можно, и думаю, что эти деревья можно, но, к сожалению, нельзя. Так, ладно. Мы уже практически тут, давайте еще сейчас приоденемся, если это нормальные магазины, не опять какая-то там спортивная одежда. Опа, так, мы проехали? Нет, мы не проехали. Не спортивная, но и не очень такая официальная, да? Это вроде опять официальная. Вашу мать. Ну, давайте еще сюда поедем. Сколько нам там нужно ехать? 1,5 километра, это быстренько будет. Не верите, что это будет быстренько? Ну, смотрите. Бам!
У-ту-ту, я же сказал, что это будет быстро, но на полицию я все-таки наткнулся. Get on the fucking floor right now! Okay, okay, we're all friends here. Are you going to let them get away with this? Я бы не позволил, но за мной там полиция, поэтому идите вон. Хотя, вашу мать... Ну дайте хотя бы полиция от меня отстанет. Как только она отстанет, то я сразу за ними побегу. Вот честно. Отстала, да? Ну ладно, ребята. Давайте. Я просто по пути сбил мирного жителя. Вот как тот там сейчас бежит. И за мной полиция. Ага, они ушли. Ну ладно, ушли так ушли. Ушли так ушли. Ладно, я надеюсь, можно приодеться, то есть вы сейчас не уйдете куда-то в отставку, да, из-за того, что вас ограбили. Да, вашу мать, не работает. Вот вы паскуды. Бинго, мне нужно другой бинго. Ага, вот он. Ну давайте еще туда поедем, где наша машинка. Ух, мы уже приехали. Вот сюда, да? Ага. Но я надеюсь, хоть тут нас нормально оденут. Какой-то, ну, хотя бы чуть-чуть спортивные, да? Штанишки там есть какие-то? Или опять штанов не будет нафиг в целом магазине? Ну, нахрена мне вот эти... Опять штанов нету, да вы что, издеваетесь? Ребята, я не вижу штаны, честное слово. Вот, ага, брюки. Во, давайте вот эти оденем. Рубашки для боулинга нам не нужны. Футболки, во. Во. Так, во, нормально. И может еще даже вот тут без рук. Но это мы уже одевали, нормально. Ага. Ну вроде все. Ух ты. Ну это будет уже чересчур. Тревор в очках. Фу. Тут ничего нету. Вроде ничего. Ну сойдет. То есть пока что сойдет. Я бы еще татуировки пошел набить, но я не знаю, есть ли тут где-то рядом. Да, вот он. Вот он. Еще пойдем набьем татуировки, и на этом, ребята, будем уже заканчивать. К Майклу мы сходим, в принципе, уже в следующей серии. То есть, в этой серии небольшой такой шопинг. Хоть я вроде когда... Машина не заводилась, ни хрена себе. В предыдущий раз, когда я вроде проходил GTA, это уже было не знаю когда, я вроде помню, что даже если ты там... бил татуировки Тревору, или там менял ему прическу, или, например, одевал его по-другому. После перезахода игры, после нового спауна, он и у него опять возвращались старый его стиль. Не знаю, может сейчас такого не будет, но посмотрим. Так, ну здрасте. Нет, я на руке хочу. Левая рука. Рип Майкл. Ага, у нас уже есть, да? Рип Майкл, ага. Так, правая рука. А какая у него есть татуировка на правой руке? Нет, вроде нету. Правая рука. Ух ты. Давайте вот эту трайбл. И вот эту. Соединим вот так. Ну тут не нужно, тут не нужно. На туловище может. Нихрена, ух, вот это вообще крутая татушка. Ладно, хватит. Хватит, ребята. Мы оттатуировались.
постриглись, отрастили себе бороду и также немного приоделись. Сейчас, наверное, мы будем уже на этом заканчивать, ребята. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки. Как только мы набираем 100 лайков на этой серии GTA, сразу же выходит новая серия. Не забывайте вот это. Поэтому, ребята, 100 лайков, сразу выходит новая серия. Подписывайтесь на мой канал, вступайте в нашу банду крутых перцев. Все, что вам нужно, это просто мне подписаться. Вы автоматически станете членом нашей большой дружной семьи. Я надеюсь, что вы подпишетесь. И также оставляйте свои комментарии. Не стесняемся оставлять комментарии. Я пытаюсь читать их всех и также пытаюсь отвечать на них всех тоже. Поэтому, ребята, всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.